Пересекли долину. Сзади остался гостеприимный аэродром. Ну, не гостеприимный, а, скажем так, уже дружественный. Они нас пропустили. Военный аэродром швейцарский. Клаусу разрешили пролет над воздушным пространством. Так что все в порядке. Спасибо швейцарским военным. И мы дальше. Ну, сегодня выходной, опять же. Они, наверное, не летают, но порядок, в данном случае порядок. А мы двигаемся в сторону Монблана, прям по курсу. Следующая система, это уже как раз система Монблана. Я думаю, что Клаус вот здесь наберет, и мы дальше, скорее всего, проскочим мимо Монблана, южнее Монблана проскочим, и опять уйдем, ну, дальше уже пойдем в сторону дома. Я так понимаю, что не будем мы больше на южную сторону, на северную сторону Монблана залазить, в Шаманиш. Кажется, Клаус вот туда рванет. О! О, супер! Very good paragliding place. Друзья, Вербье, вот оно, слушайте, это же... Да, я же в юности смотрел фильм, если вы никогда не смотрели, я попробую ссылочку найти какой-нибудь. «Больше, чем жизнь» фильм называется. Я считаю, безусловно, это лучший фильм за всю историю, снятый про парапланы. Ну, может быть, потому что я лично просмотрел пленку, кассету с пленкой про эти соревнования 93-го года, 1993-го. Просто до дыр засмотрел кассету, пока пленка не порвалась. И это же, ну, самое, что ни на есть, такая вот... И это были одни из первых соревнований парапланерных, чемпионат мира, когда были маршруты уже такие. Это все вот восстановление парапланеризма. Место на самом деле мега легендарное. И я наконец-то здесь. Я узнаю эти склоны по фильму. Я говорю, что я просмотрел это все, до дыру засмотрел, то пейзаж узнаю. Я никогда здесь еще не был, сюда не долетал. Но я теперь буду знать, что сюда я когда-нибудь слетаю один. Без Клауса, так полетать, поностальгировать. Очень красивое место. Если вы летаете на параплане, то я вам категорически советую когда-нибудь сюда прилететь и полетать. Вот. Здесь снимали фильм про безумного Макса. Тоже культовый парапланерный фильм моей молодости. Вот он, Вербье. Да, ну очень красиво. Спасибо тебе, дядюшка Клаус. Какой же ты умничка. Дай бог тебе здоровья. Ой. Эх, и учеников толковых. Более толковых, чем, видите, проскакатил 50 метров высоты, надо куда-то лететь набирать. Да, вот он, верхняя станция канаточки, вот этот характерный зубчик впереди. Да, мне только что остается говорить еще, да, пластинку заела Волкова. Ну, друзья, что ты скажешь? Я даже не знаю, что вам еще рассказать. Все вы теперь про меня знаете. А вот, смотрите, какой зуб покажу вам. Клаус на него целится, думает с него поток слезать. Ну, в общем-то, это логично. Почему у меня потока нет? Почему у Клауса есть? А, у меня уже тоже есть. Видите? Заваливаю влево. Закрыло, переставляю. Ну, набор на Вербье, набор, пожалуйста.
Да. О, amazing. Манифик. Так, только опять двойка за набор. Чересчур перевозбужден я. Сейчас нужна, как говорят американцы эти, в которых я вчера в фильме рассказывал, концентрация нужна. Ну, что-то вот у меня полная расконцентрация. Разбередил душу Клаус этим фильмом. Представляете, было мне сколько тогда? 20 лет мне было, да, когда впервые увидел этот фильм. Я увидел, как летают люди в мире на парапланах. Какие эти парапланы красивые. Я летал, ну, смотрел фильм и думал, смогу ли я, там, простой крестьянский сын, вообще когда-нибудь что-нибудь, чего-нибудь так достичь. Чтобы вы понимали, для меня тогда казалось, ну, машина восьмерка, она стоила 10 тысяч долларов, а у меня было 5. И я думал, так вот, интересно, как, ну, когда я впервые устроился на работу, моя зарплата была $300. Это было в 97-м году, я устроился в Паравис. И я считал, там, сколько мне надо собирать от этих $300, чтобы когда-нибудь в жизни купить машину. Вот. Ну, потом, правда, машину быстро купила, не подешевели, когда жахнул кризис. А у меня деньги... Я удачно заработал немножко денег не только на зарплату, но и продавая парапланы, там, проводя всевозможные махинации с парапланом. Ну, то есть я в Европе купил параплан, который можно было купить. Очень хорошие парапланы, но они были с избытком произведены. В Европе были нужны, стоили $700. Я купил их 3 и продал по 2100 в России, в Москве. Вот такой вот был в три конца прибыльный вариант. Ну, так и сформировался у меня начальный капитал, можно сказать. В нужном месте, в нужное время. И тут можно передать привет огромный моей маме, которая на эту авантюру одолжила денег. Мама, помоги. Ну, как, какой-то я сначала один купил, там, потом 3, потом 7. А потом вовремя спрыгнул с этой иглы, потому что это все не более года длилось. Халява такая более чем времени. Вовремя. Вот так вот. В 20 лет я мечтал. И сейчас смотрите на своем планере над Альпами. Над Вербье. Да, вот как жизнь поворачивается. Да начнешь так с кроликов. Кроликов выращивать 12 лет. Но главное, как это? Как моя жена говорит... Ты сына будешь предпринимательству ты учить. Ты, говорит, за что не берешься, все каким-то образом каких-то денег, но приносит. Вот канал, кстати, тоже, как ни крути, там €200 в месяц уже. Ну, все, конечно, уходит на материалы, там вот станцию сейчас купили для хранения информации за 1500 евро, но все равно это же не затраты, а доход и затраты. Ведь что-то я никак не наберу нормально. А правило очень простое. Делай все максимально хорошо. Вот кроликов я выращивал. Я поехал на фабрику, купил породистых, взял справки, что они породистые. Сделал для них шикарные клетки. Не тратил много времени, потому что... Почему? Потому что клетки были удачные. Фактически дерьмо от кроликов само убиралось. Добывал им капустные листья, договорился в магазинах. Мне по 2 копейки за килограмм продавали капустные листья, которые отваливались от кочанов. Вот, списывали какие-то кочаны, но иногда списывали вполне себе ничего кочаны. Я преступный сговор не ступал, но видел, как работники магазина были не прочь даже по 2 копейки заработать с килограмма. И я таскал эти мешки с капустными листьями, кормил кроликов. Это для зимой. Они же больше любили листья, чем сено. Выросли большие-большие. У них были большие-большие красивые крольчата, которые продавались не по 5 рублей на рынке, а по... Ой, не по 3 рубля, а по 5. И продавались быстро, оплодились кролики тоже быстро. По 12 штук крольчихи мои несли крольчат. Ну так вот. Взял яблоко, помыл, продал. Так и денег заработал. На самом деле главное что-то делать. Главное что-то делать, пробовать одно, пробовать второе. Сидеть на хвосте ровно. Тяжело, хотя, конечно, тоже понимаю, но что сейчас вот молодежь хочет что-то придумать, а вроде как ничего и не придумывается. Ну вот, ну не знаю, ну как, ну мне повезло. Да, давайте считать, что просто повезло и все. Тогда вот так, наверное. Но это везение надо, в общем-то, и не упустить в свое время просто. Итак, мы приняли решение, друзья, Клаус принял решение
через северную сторону Ланблана опять идти. Будет очень красиво. Yeah, I see. Супер. С правой стороны у нас на Женевское озеро будет уходить. Сейчас будет вид. Сейчас попробую Клауса на фоне Женевского озера сбацать. Ну, Монблан, вот он впереди. Красивый. А с правой стороны сейчас на фоне за Клаусом Женевское озеро. Оно в дымке, конечно, теряется. Не видно. Но вот туда идет дорожка. Вот облако, под облаком дымочки. Я-то вижу. Ну, конечно, вряд ли вы на голубых экранах сможете рассмотреть Женевское озеро. Но по дороге, кстати, туда оно было чуть лучше видно. А вот Монблан, и мы будем обходить его опять с северной стороны. Как раз по моей любимой стороне. Южную я не очень люблю сторону, она не такая красивая. Северная прям огонь. Сейчас, друзья, хорошо видно Женевское озеро как раз. Сейчас попробую поближе пролететь рядом с Клаусом. Еще разочек вам. Клауса на фоне Женевского озера. Меньше, видите, мы как бы по свету больше сейчас его видим. Вот он, красавчик Клаус на фоне Женевского озера. Еще раз. Вот, отхожу. Подходим мы, видите, вот Монблан Клауса, за ним Монблан. Ну, система начинается, вот она, первые склоны, они идут такой цепочкой. Сам Монблан вот впереди еще, там далеко. Здесь вот как раз идет долинка, потом вот идет перевальчик впереди, как раз классный перевальчик смотрит. Двигаемся. Очень красиво, наконец-то облачка появились и немножечко солнышко закрыло, а то у меня уже прям морда горит. Вы спрашиваете, холодно ли? Да нет, не очень, не холодно, несмотря на то, что под нами везде снег. Видите, я как обычно летаю в шортах, но только в сапогах, потому что в теплых чунях нога тогда не мерзнет, стопа не мерзнет, а ноге наоборот сейчас классно, там шортики вот, все приятно в ноге. И морду перестала палить. Но понятно, что если мы так под тучкой будем лететь долго-долго, то я замерзну. Ну, поэтому я думаю, что мы сейчас чуть-чуть пройдемся под облачками, потом опять на солнышко вылетим. Вот, видите, ответ-то у меня такой боевой. Ой, да. Устал я уже говорить. Видите, я щебетал раньше, как орел. Как соловей, а сейчас уже так слова не выманишь. Ничего, сейчас мимо Монблана помчимся, я взбодрюсь, обещаю. Клаус решил немножко поднабрать высоты на всякий пожарный, чтобы мимо Монблана мчаться под самой кромочкой максимально лихо. Ну что ж, вот вам панорама местности. Ой же, ой, как красиво. Да, так. Вот долина, по которой мы Цармат гуляли, вот она, крыло в нее показывает, разматывается далеко, и мы там где-то на горизонте были, представляете? Черти где, потому что мы сейчас ближайший час, реально, ну, минут 40 шпарили без спирали, просто по прямой, вот так, как из автомата фигачили. Сколько высота? 300. Ну да, низенько так достаточно. Около Монблана ниже. Получается, в долине Цармат было несколько побольше высоты. Ну что ж, кромку набрали. Сейчас помчимся по Монблану. Прогуляемся. Эй, I am follow you. Погнали. Эй, закрылок переставить. Клауса догнать.
Взбодрился, видите, я, друзья. Ну, с таким потоком 5 метров. Вот смотрите, что творится. Стрелки лежат на вариометрах. Два. Вот где самая вкуснятина была. А мы с Клаусом набирали в какой-то шняге. Ну что, погнали. Погнали. Расходую остаток батарейки на съемку этой красоты. Просто такое не снять, это будет преступление. Что-то выше Клауса я так оказался нечаянно. Клаус летит по склонам. В склоны упираются белоснежные облака. Как говорится, unbelievable. Просто потрясающий вид. Вау. Фантастика. Чуть-чуть брошу. Клаус идет зачем-то медленно, 120. Просто для красоты? Наверное. Вау. Вот как это выглядит. Смотрите, какие тоже ледникосбросы. Но это не сам Монблан, какая-то другая часть его. Видите, какие сбросы ледникового тела. Обрывы ледовые сбоку. Ну это Клаусу поближе туда, к этим ледовым обрывам. Я тоже хочу туда. Это что-то как-то я все снимаю, да, сбоку оказываюсь. Так, вот вам ледовый обрыв. И Клаус шпарящий по этой ленте облаков. Представляете, ну на самом деле, конечно, кайфово. Вот так довольно редко бывает на Монблане, точнее бывает, но вот нам сейчас реально подвезло, что вот такая группа облаков, вдоль него выстроилась, ветер сейчас нам получается встречный боковой. То есть, скорее всего, внизу вот эта вся долина как-то работает. Это вот весенние нюансы какие-то. А летом здесь чаще всего в такую вот погоду начинают тупо дожди фигачить. Сольет как из ведра, и все. И никакого счастья. С левой стороны у нас опять какой-то карман видопадный. Да. Вот так летишь и радуешься. Вот как, ну, да. Представляете, все это мы делаем без топлива. То есть на самолете так, ну что, ты летишь, трактишь, мотор. Ты думаешь, мотор откажет, куда я сяду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А у нас сейчас 3 километра, и мы 150 километров можем пролететь с 3. Если у нас мотор откажет. Которого у нас нету. И в этом свой кайф. Да, мы там, конечно, стоим, набираем потоков. Да, нам приходится много думать. Но вот в этом-то интерес. То есть я не знаю, сколько-то уже там часов прошло. 5 часов после взлета прошло. Да. Ну, 4. Но я, для меня это какие-то минуты. Именно из-за того, что планеризм это какой-то вот... Ой. Шахматы. Это игра с природой. Безумно красивая игра с природой. Мы продолжаем двигаться вдоль системы вот этих хребтов Монбланных. Собственно, Монблан сам вот он. Где-то здесь. Вау, посмотрите, как это совершенно бесконечно красиво. Сейчас я подъезжу под Клауса. Немножечко повыше. За счет скорости. Эти пики. Пики скрыты в облаках. Острое все такое. Да, вот здесь, конечно, у Монблана все такое очень остро каменистое. Unbelievable. Unbelievable. Да. Контент, друзья, просто огниво. Огнище. Это поразительно просто. Thank you.
снова с вами. Вот мы пролетели мимо этого начала ледника, вы видели. Вот сейчас немножко сзади это все осталось. Попробовал сделать несколько фотографий, не знаю, что получится. И очень красиво. Все, мы прошли мимо основного ледосброса. И сейчас наша задача выдвинуться прямо по курсу под облаками. И там где-то набрать высоту и дальше шпарить уже домой. Не знаю как, но думаю, что очень красиво. Сегодняшняя погода совершенно волшебная. Клаус проходит вперед. Я его выпускаю. И погнали. Сзади остался наш замечательный Монблан. Клаус подворачивает направо. Но я хочу верить в то, что мы рванем на озеро для закуски на озеро Анси. А вдруг чем черт не шутит? Погода на хребте Арави смотрится хорошая. На озеро Анси должно быть хорошо. Озеро красивое. Арави у вас вот сейчас чуть справа, вот по центру кадра сейчас. Посмотрим, погнали. Батарейка еще есть. Меже перед нами. Только, как говорится, нам Межевы сегодня не хватало для полного счастья. Вот это вот местечко, сейчас я отверну влево, вправо точнее, видите, тоже путаю право-слева. Вот у вас, вам, пожалуйста, Межев. Клаус слева летит. А наша цель, я так понимаю, сейчас мы под облака заходим в районе Межева, набираем. И мечта моя, чтобы мы рванули на хребет Арави, который ну совсем уже рядом остался. Вот и до него, посмотрите, чуть-чуть. Сейчас мы на Арави должны прыгнуть. Оп. А вот, кстати, аэродромчик при Межеве. Видите, такой мяу, полоса такая горная. Заход, естественно, в одну сторону. Приземляйся, не хочу. И вот еще раз вам, смотрите, этот аэродромчик. Чтобы вы знали, если что, как можно приземлиться в Межев. Ну вот, берем мы поток над Межевом. Аккурат. Ну, не над Межевом, Межев мы уже пролетели. Но зато вам как раз отличный повод посмотреть пейзаж. И полосу сейчас хорошо видно. И этот Межев видно. Что-то принцесса скрипит. Скрипит потертое седло. Устала за сегодня, бедолага. Столько пахать пришлось. Отлично, набираем. Погода бомба. Да, такой, конечно, погоды в Альпах я еще не видел. Ну, так, такой, скажем так, она невысокая, но очень сильная. Просто безумно сильная погода. И потоки сильные, и облака, и все работает прекрасно. И настроение огонь, и контент бомба, и погода огонь. Эх! Не судьба, друзья, сгонять на Арави. Вот, Арави остался справа. Туда уходят ущелья, дальше там озеро Анси. Вся эта система красиво смотрится, но Клаус решил, что мы рвем когти под вот эту вот облачную гряду. Он, конечно, кстати, я лоханулся, плюсики не прошел, он по плюсу идет. Эх, лошара я. Сейчас брошу немножко. Да. Дальше по этой облачной гряде мы будем в сторону дома шпарить. Не так до дома далеко уже осталось, километров 150. Времени-то полно, я с ужасом думаю, что Клаус придумает нам на вечер, что времени-то еще сколько? 5 часов, а вчера мы приземлились в 8, поэтому, нет, 7-10 мы вчера приземлились. Еще 2 часа летного времени, как-то куковать. И как, если вы думаете, что Клаус приземлится раньше, ни за что. Сегодня мне еще пахать и пахать. Ну, в принципе, отсюда все просто. Видите, вот прямо по курсу гряда с гор, которая через 70 километров доведет нас до траверза Гренобля, повернет налево, и мы, собственно, дома. То есть, ну, ничего сложного. Кромка высокая, ничего сложного. До дома сейчас прилететь вообще. Просто так это, да. Двигай ручку от себя и фигач. Все, вот мы и дома. Так, подбираем под самые космочки. И из-под космочков переставляя закрылок. Ныряем вниз. Клаус это передо мной сделал. И впереди. Вон слева. И дальше двигаемся вдоль этой системы. Как я вам уже говорил. Долет до дома, эгегей.
Но мне самое интересное, что еще придумает Клаус. Самые красивые места я буду вам снимать, друзья. Эй! Полет продолжается. 180 скорость. Следующее облако в цепочке. Вид слева. Вид справа. Сейчас тут Клаус подворачивает, сделает такую свечечку лихую. Оп, и все. Ты в дамках. Вот он пойдет сейчас, вот смотрите, раз. Скорость бросил. Я начинаю скорость сбрасывать. О! Неужели будем набирать? Да, смотрите, для чего-то Клаус решил, что мы будем набирать. Ну ладно, чё. Ну что ж, остался верный телефон теперь. Дальнейшая запись будет происходить на него. Камеры все сели. Ну и полет-то, извините, не кукры-мукры. Клаус летит впереди. С правой стороны город Амбервиль. Все хорошо. И дальше цепочка облаков. Абсолютно рабочая. Ветер у нас. По долине видно, вон по озеру, озеро в долине. Видно хорошо, что озеро, ветер в правый борт. Хотя верховой ветер, наоборот, в левый борт. Ну, видно, что эти склоны, они западные экспозиции как раз будут прекрасно работать. Они нас сейчас быстро. Ага. Клаус говорит, что аэропорт Амбервиля. На правой стороне. О, красота какая. Если что, можно приземлиться. No problem. Чтобы вы понимали, друзья, аэродром Амбервиля, это вот здесь. Сейчас присмотритесь внимательно, вы увидите там такую полосу характерную. Вот оттуда летает мой друг Васечка. Мы туда приземлялись к нему, с байкером прилетали на вертолете. Он летает там, жизни радуется. На самолетном плане. Больше там, кроме него, планеристов нет. И такой аэропорт беспланерный. Редкость для маленьких аэропортов во Франции, но бывает и такое. Перелетели долинку. Клаус говорит, что параплан на фронте. Не вижу только я его. Где параплан? Красотища. А, вижу параплан. Смотрите, друзья, вон он. На фоне Клауса сейчас впереди. Лучше у нас будет. Сейчас мы поближе к нему. Очень красивый параплан будет. Сейчас поближе к нему дернемся. Если я сейчас уменьшу скорость, смотрите, как я и к нему. Оп. Тык-т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 ык. На фоне солнышка параплан проходит. Не, я его все равно не достал по высоте. Да, не смогла я. Парапланы выше нас летают. Че, парапланы, моя любовь. Эх, гоним вперед. Погода бомба. Контент. Огонь. Клаус впереди, на легком конье. Следующую долинку нам нужно пересечь. Видите, уходит карманчик такой. Ущельница уходит налево. Вот мы сейчас это пересекаем. Это, кстати, дорога, которая ведет в Италию. Там дальше туннель. И пац. Вот это, в общем-то, снизу автобанчик получается. Такой шикарный совершенно. Да. Вот правое крыло сейчас показывает как раз вот там озеро Анси. Не видно. Ну, видно. Краешек, даже краешек не видно. Сзади остался хребет Рави, чтобы вы примерно понимали, как мы летим. Куда я еще хотел слетать. Но у нас впереди вполне себе перспективная гряда облаков. То есть повторю, что с учетом того, что правый борт дует ветер 18 км в час, то ну, не летится сейчас просто как по рельсам. Никакого, ничего больше я рассказать не могу. Берешь да летишь. Просто вот шпаришь как по рельсам. Если до этого какой-то был полет там посложнее, что-то такое. Хотя по долине Сармат, конечно, парили так же. То сейчас халява полная. Плюс еще и экспозиция склонов правильная, западная. Поэтому полет фактически наслаждение. Но я смотрю, что, допустим, массив Беркор не очень-то работает. То есть идея там, например, дунуть на Арави, потом идти по вот этим хребтам, по вот этим хребтам. Это, конечно, было бы
не очень верным решением. Поэтому Клаус, видите, чуйка. Я лечу и на ус мотаю. Я тоже, кстати, скорее бы так бы и полетел бы. Но я бы, наверное, здесь бы долину в обратную сторону пересекал бы. То есть я дунул на Рави, потом пролетел вот под этими всеми облаками, пока они вот не кончатся. И вот, наверное, с этой точки прыгал бы через долину наискосок к вот этим вот облачкам. Вот был бы, наверное, мой план. Он был не так быстро, как план Клауса, но сбылась бы моя мечта еще на Дрови сегодня погонять. Ну ладно, надо же какие-то мечты еще оставлять на потом. Продолжаем наш полет. Практически долетели до вот этих противоположных склонов. Пересекли вот долину, про которую рассказывал, что по ней дорога уходит в Италию. Довольно большой здесь кусочек такой. Под нами пролетают параплонеристы стаями там. Вот над этой щеткой леса. То один параплонерист, то второй. Прям табунами сегодня они тут летают. Ну, как, впрочем, и все летают. Хотя вроде как еще карантин до 3 мая, да. Ну, не знаю как. Все считают, что летают в 10 километрах от дома, наверное. Ну и правильно. Что, кому мы в небе-то мешаем? В небе сегодня, конечно, плотный трафик. Все, а дальше, видите, цепочка облаков, все в сторону дома, да в сторону дома. Здесь вот Шамбери, вот тут вот в этой щели аэродром. Дальше вот этот массив Шартрёз. Дальше на горизонте массив Деркор. Ну, как видите, в Альпы, в принципе, вообще компактные. То есть, что-то тех Альп-то, когда их знаешь, конечно. То есть, сегодня я, как вы видите, лечу без навигации, не работает. Но даже когда мы были там в Швейцарии, где-то черти где, я, в принципе, по системе учений представлял, где мы, как мы. То есть, картинка Альп в башке имеется, как она выглядит. И поэтому лечу я спокойно. Аэродромы, площадки, более-менее все это на памяти уже знаешь. Конечно, при хорошем налете Альпа как родной дом. И это, конечно, очень приятно. Но с точки зрения полета ничего сейчас не происходит. Летим мы вдоль этих склонов. Вот внизу стенка прогретого леса постоянно излучает некое какое-то количество энергии. И мы летим. Помахиваю иногда лениво ручка управления, так только это чук-чук, помахиваешь и... А рука удобно лежит на бедре, видите, как я управляю? От кисти. Локоть не задействован. Это крайне важно, потому что, во-первых, точность управления сохраняется, но, видите, там, мельчайшими движениями планер подруливается, если нужно, и только нужные движения. Во-вторых, рука не устает. У тех, у кого устает, больше всего рука, знаете, как устает? Вот так. Когда вот из сак выжимает из ручки. От этого, конечно, надо отучаться вообще сразу же. Напрочь. Видите, по склончикам прыг, да сколько да прыг, подбрасывает. А вокруг вот такая вот красотища. Ой. Так снег и остался белым, в некоторых местах он уже порозовел, стал розовый, ну или желтый, как кому нравится больше. Ну, у нас пока здесь еще белый. Ну что, летим дальше. Вот такая вот... Ну, так, видите, сколько мы уже без спирали там летим? От Монблана. Да, нет, от Монблана один набор был под Межевом. Потом еще, ну, чуть-чуть набрали там в двух местах. Вот так в целом шпалим. Ну, где-то отсюда парапланеристы взлетают. Ну, не отсюда прям конкретно, но вот где-то недалеко. Стартовые площадки должны быть. Вот какой-то горнолыжный курортик. Клаус сюда подворачивает. Я помню, что это характерное место. Сейчас мы даже посмотрим, видите, городочек. Может, даже, кстати, вот в городочке есть полянка, может, с полянки они здесь взлетают, не знаю. Но место такое прям чувствуется пропланерное. Нет, полянка, ну, может, полянка, не знаю. Красиво, в любом случае. Вот здесь уже желтый снег. Внизу озеро, то ли, да, замерзшее. Клаус подворачивает налево зачем-то. Ну, мы сейчас дальше будем двигаться. А, ну правильно, мы сейчас подрезаем. Вот этот склончик вот должны прийти от облака. Ну и дальше, видите, цепочка облаков, все движется, все в сторону дома красиво смотрится. Ну, кстати, смотрите, друзья, интересное решение. Клаус решил подвернуть вот под это облако, уйти немножко в долину, потому что, как вы видите, вот этот хребтик
рожек, с которого это облако сходит, он на солнце. А здесь мы видим хребет в тени, над ним висит какое-то облако, но, видимо, Клаус не верит, что оно работает. И, в принципе, я считаю, что да, может быть, вот это решение сюда немножко двинуться вперед, оно логичное, потому что если мы сильно просядем, ну, сейчас в долине, конечно, вот этой нет инверсии, но очень часто бывает, что инверсия как раз есть. И оттуда снизу достаточно сложно выбраться. Поэтому один из вариантов сейчас немножечко пройти под облако, чуть поднабрать. Мы довольно долго идем уже с Ефином без набора. И разменялись сейчас до 1800 метров у нас всего лишь. Да, поэтому надо немножко подняться повыше. И потом, видите, уходит в сторону дома группа облаков красивых. Но туда тоже надо на адекватной высоте прийти, чтобы взять. Потому что дальше, видите, выполаживается внизу склон, и ковыряться там по низам будет очень долго, нудно. И надо понимать, что опять же время-то уже 6 часов. Осталось-то, энергия начинает потихонечку подвздыхать, надо переключать режим полета. Это, кстати, очень важно для пилотов, потому что бывает так, ого-го-го-го, а потом раз, и оп, и все, и юку греча. Вроде как облако смотрится красиво, да, вот крыло левое показывает, но вот Клаус решил сюда. Сейчас посмотрим. Ну, видите, Клаус был абсолютно прав. Во-первых, в космосе там параплан где-то. Во-вторых, вот эта чашечка замечательная, она вместе с лесом дает нам совершенно шикарный трехметровый поточек. Видите? Вот, значит, чутье. Ну, я, честно говоря, может быть, если бы я применил немножко мозг свой сейчас, то, наверное, я бы тоже, может быть, до такого додумался. Но мой мозг, честно говоря, пребывает в состоянии аффекта. Он вспоминает ледник, на котором мы были, подвывает от восторга, продолжает, знаете, так, вообще, мы сегодня так слетали, что... То есть у меня этих эндорфинов или что там дают, когда что-то хорошее получается. Я переполнен, поэтому впадаю в некое небольшое тупение. Ну, кстати, вот здесь, по сути, один набор, и мы уже дома. Вот если мы здесь наберем где-то 2,5, то практически без наборов можем дальше скакать. Нет, чуть-чуть набрать придется, но за то, что мы не долетим домой, вообще не переживаю. Парапланы вон идут со страшной силой. Там зелененькие и красненькие. Они молодцы. Они правильно идут. И двум планеристам, которые здесь крутят. Ну, поток не очень сильный. 2,2, 2,3 метра в секунду. Но мы же берем, что у нас время-то уже такое. Ведь вечер уклонится. Я вот, честно говоря, смотрю вниз, и я думаю, вот был бы я потоком, я бы здесь жил. Прям вот я вот с этой вот ложечки такой вот, с височка вот этого, прям вот, ух, оттуда бы летел. Давай, парапланчик, давай, зелененький, давай, мой хороший. Лапочку, давай, 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 давай. Ну, какой-то учебный озончик летит. Какой-то вот такой молодой парапланерист, судя по форме параплана. Ну, не берите, друзья, слишком сложные крылья сразу. Будет сложно. Так раз, ну, вправо спиральку хоть станешь, дружище. Ну, давай, планер же вправо стоит. Молодец, ох ты мой хороший, ох ты моя лапа, умничка, давай, во, все, сцепился, молодец, молодец, все, друзья, параплан в потоке, ой, день бриллиант, это лучший полет за всю мою жизнь, вот на текущий момент я точно могу сказать, что это самый лучший полет за всю мою жизнь летную, за всю мою летную карьеру, не побоюсь этого слова, так далеко я не летал, что, ну, ладно, мотокорна сегодня не было, сегодня был ледник. Сегодня мы пролетели мимо Монблана, причем как пролетели, кромка относительно низкая, то есть, ну вот, и все как течка, как вот каждый выстрел, прям все идеально, и сильно, и красиво, и логика поддается, потому что можно что-нибудь объяснить, можно этих поумничать, ну мы вот это вот сейчас вот это делаем. Сейчас мы еще Клауса вам подснимем, пока. На телефоне у меня есть батарейка, время и место. Я все постирал. Оп. Yes, I behind you.
Да. Что ж, я так понимаю, что Клаус или добирает что-то, или уже на переход нужно будет. 2300. Или он хочет повыше забраться. Пойдет на переход. Чувствую, это пойдет. Да. Или протягивает, или на переход. Неважно. Оп. А, протягивает пока. Так удобнее набирать, когда напротив друг друга, тогда он и меня видит. И я его вижу. Получается все намного лучше. Хотя, конечно, с точки зрения обогнать, выгоднее всего, конечно, на хвост. На хвост и по хвосту на хвосте висеть. А вот с точки зрения совместной работы лучше на диаметре. Сейчас оценим чуть-чуть как раз. Получится где. Ну, посмотрите, что делается. А пробудись-то нас. Вот этот вот молодой, которого я назвал. Да он нас как щенков уделал. Он уже рядышком с нами. И я там радовался, что он так. Кстати, может другой? Не. Так смотрелся параплан вроде как с меньшим удлинением. А сейчас такой вполне себе с приличным удлинением парапланчик зелененький. А звончик какой-нибудь там бас может быть, может раш. Ну такое что-то не очень сложного. Бедненького его рачком поставила. Ой, как хорошо кутит. Лапа. Ну и узенько как. В отличие от нас. Мы так узенько не можем. Вот он. И Клаус красавчик. Все молодцы, всем пятерку. Все прям, даже я сейчас хорошо подкрутил. Скороподъемность выросла. Параплонист на переход, что ли, собрался? Да, решил не добирать. Причина мне не ясна, почему он решил не добирать. Да, мы с Клаусом продолжаем еще ковыряться. Может, он замерз. Решил, что мы его в баню. Может, ему надоело. Всяко бывает. О! О, как я тут. Прям я собой горжусь. Интересно, похвалит ли меня Клаус. Где Клаус опять потерялся? У меня телефон как зеркало заднего вида. Я в него смогу смотреть, что сзади творится. Я так Ромку уже набрал. Клаус, пора уходить. Ромка, ты где? Прям идеально. Больше 3 метров. Я думаю, что крайний виток, и погоним домой. А, вот он, Клаус. Выше меня все равно, смотри-ка. Окей, okay, I am follow you. Ну что ж. Вот видите, параплан ушел раньше, но посмотрите как раз, как мы быстро его догоним и обгоним. 200. И вот мы проходим над парапланчиком. Все, хорошей дороги, друже. Мы... Вот он Клаус выше, но это я разогнался избыточно. Ой, Клаус напугал нехорошо. Разгулялся я что-то. Все. Итак, дальше наш путь вдоль вот этих рептиков. Облака видны. Все хорошо, все работает. Шпарим. Эй!